Всем привет! И сегодня у нас заключительная часть рубрики нашей «20 авто у него». Прошло 6 месяцев после того, как мы выбрали 20 объявлений, отслеживали их каждый месяц, и что в конечном итоге мы получили. У нас осталось одно единственное объявление. Вот эти последние, посмотрите, то, что мы видим на экране, они отсутствуют уже в базе каталога, значит, будем думать, что они проданы, либо человек отказался их продавать, посчитав, что машина такая нужна самому. Вот, и за 6 месяцев 20 объявлений уже добавились новые. Когда мы начинали, было 50 с чем-то объявлений, было доходило до 60, сейчас 44 в базе. Сейчас, как мы видим, больше добавилось 1.8. С двигателем 2.0 как-то совсем не очень много выскакивает объявлений. И я так смотрю, если они выскакивают, то они продаются. Так что такая машина, как у меня, с двигателем 2.0 и с механикой, имеет право на жизнь. Ну вот, ребят, как ни говори, что Джили сложно будет продать на вторичном рынке, ну, как-то не совсем и так. Вы же посмотрите, вот 19 объявлений ушло с каталога. Ну, а вот это последнее, что мы видим на экране. Человек снизил на нее немного стоимость до 20 тысяч. Но он ее и завысил, если вы помните, смотрели предыдущие серии. Он на нее сначала поднял. На 1300. Потом еще на 1000, в итоге на 2300 долларов поднятие произошло, а теперь опустил ее на 1800 долларов. Ну вот, в общем, на этой ноте мы заканчиваем нашу рубрику. Желаю всем удачи на дорогах. Всем ни гвоздя, ни жезла, как говорится. Ездите на машинках, наслаждайтесь, радуйтесь жизнью. Всем удачи и пока!